Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру Dead Rising 3. В прошлой серии, как вы помните, мы наконец-то нашли Анни, и теперь нам нужно нанести вред правительству. И, ребят, не забывайте вознаграждать меня своими лайками и подписками на канал. Так, ребят, давайте я возьму себе нового спутника, я теперь знаю, как это делать. Да ладно, у меня всего лишь 3 спутника, лол. Так, ну... В принципе, Анна даже лучше Саймона. Ха. По силе, нифига себе. Да уж, Саймон. Давайте не будем никого брать, ребят. Ой, эмочка осталась, ну круто. Так, и давайте возьмем какое-нибудь оружие, пожалуй, ребят. Да, так и сделаем. Так. Я хочу увидеть комбинированное орудие. Так, загружаемый контент. Это, конечно, все хорошо. Вот, комбо. Ага. Комбо. Блин, ничего интересного. Что-то я не скомбинировал пока. Надо комбинировать орудие, ребят. Так. Ну, давайте посмотрим, может, пулемет есть. В загружаемом контенте, может, он. Да нет, его вроде пулемета нету. Топоры, холодные, ударные, луки. Взрывчатку, может, взять. Да нет, не нужно. Так, давайте возьмем, не знаю, нечего взять, в принципе. У меня вообще мало очень орудий. И... Зря вот я не комбинирую орудия, не нахожу новые комбинации. Так. Я бы хотел пулемет найти, но его, по ходу дела, ребята, нету, к сожалению. Ладно, валим тогда отсюда. Хорошо. Надо прям сразу, ребят, комбинировать орудие, как я только комбинацию какую-либо нахожу. А я этого иногда не делал просто-напросто. И очень сильно туплю. Раз этого не делаю. Так, я опять сюда вернулся. Это не очень хорошо. Нам надо выход искать. Так, а где он выход? Блин, я что-то уже запутался. А, вот он. Окей, ладно. Да, вроде это выход. Так, еще одна комбинация, ребят. Давайте ее возьмем. Мотоцикл из хлама. Замечательно. Вот что в этой игре с тенями? Я не понимаю. Вот что с ними не так? Может, отключить теник нафиг, я не знаю, ребят. Лорен, привет. Вот что с тенями в этой игре? Я не понимаю, ребят. Может, когда я начал записывать в 1080p, у меня компьютер перестал выдерживать эту запись. Давайте, может, отключим какие-нибудь тени, я не знаю, ребят. Потому что раздражает очень сильно меня. Например, не знаю, как вас, ну... да и вроде тени... Так... Вроде нету теней. Теней. На средний... У меня 30 FPS нормально держится. Я не знаю, в чем дело. Ну да ладно, ребят. Не буду грустить по этому поводу, а уже пойду на задание. Вот мотоцикл из хлама можно создать. Давайте прям этим и займемся сейчас. Очень долго, конечно, все создается, но да черт с ним. Да это похоже на какой-то копуский мотоцикл, черт возьми. Ни хрена себе. Вот тебе на офигенная штука, ребят, мне нравится. Зомбарь, ты что там делаешь? И, типа, иди ко мне сюда, мой сладкий. Ладно, давайте, значит, сюда поедем. Нам тут надо что-то уничтожить. Только что. Камера, наверное, да? Да, камера надо тут уничтожать в этом участке. Ладно, погнали. Погнали, уничтожим камеру, ребята. Кстати, мотоцикл этот из хлама довольно быстрый. Так, давайте я сохранюсь, пожалуй. Да, замечательно, что я сохранился. Теперь давайте камеру уничтожать. Отвали, тварь. Готово. И идем дальше. Отвалите, зомбари, пожалуйста. Надоели вы мне. Так, давайте следующие камеры уничтожать. Для этого возьмем свой мотик из хлама. Ну, он очень, ребят, быстрый, мне нравится. Похож на копуски, как я уже сказал. И меня это радует. Хотя, ребят, я знаю даже, почему у меня тени так лагают. Скорее всего, потому что я уровень прорисовки низкий поставил, я так думаю. Итак, на Sunset Kirs уничтожаем камеру.
Готово. Так, ну давай, выбирайся. Как тут выбраться? А-а-а, бляха-муха. Так, извините, ребят, за мат. Давайте вот тут выбирайся же, ну. А, вот где выход, окей. Давайте мотик возьмем снова. Где он там был? Мотик, мотик, мотик. Куда же я тебя дел? Ребят, я не помню, куда я мотик делал. Ладно, неважно, валим тогда дальше. Идем тогда дальше, ребят. И уничтожаем третью камеру в этом районе. Надо потом будет уровень прорисовки побольше сделать, чтобы тактильно не лагали. Я не думаю, то, что у меня слишком сильно FPS понизится от этого. Да, скорее всего, нет, аж комп на высоких эту игру тянет. Ну, может, только из-за записи FPS меньше будет. Хотя без записи с записью 30 FPS. Неважно, записи я начинаю или нет, все равно 30 FPS. Ну тут так залочено, ребят, в этой игре. Так, 3 из 3. Передатчики теперь отключаем. Черт, они далеко. Садимся в тачку тогда и едем до передатчиков. Черт, отцепись! Ай-яй, зомбари, отвалите. Вот эта тачка мне нравится, вот эти вот суперкары. Потому что они очень быстрые и мощные. Правда, жалко то, что их останавливают зомбари, вот эти вот суперкары. Вот есть мотик, давайте на мотике погоним. Я хочу просто опробовать. А, погодите, можно совместить. Но у меня нету, по ходу дела, комбинации для этого дела. Так, можно, в принципе, здесь забрать комбинацию, ребят. Давайте этим и займемся. Вот тут у нас какая-то комбинация есть. Надо постепенно, потихоньку собирать все-таки их, как-никак, да, ребят? Я считаю то, что нужно это сделать, только надо найти для начала эту комбинацию. Так, ну тут я ее не вижу, это однозначно. То, что я ее тут не вижу. Так, а где она может быть? Ну, не здесь, тут точно. Значит, наверху где-то. Надо найти тачку повыше и забраться наверх, ребят. Вот, я так думаю, да? Тачку повыше бы найти, конечно. Или смотрите-ка, а на автобус я залезу. Но тут надо тачку подгонять по-любому, да? И потом уже наверх ей лезть за чертежом. И то не факт то, что мы пролезем. Так, а где я тачку оставил свою? Я что-то уже, если честно, подзабыл. Давайте тогда возьмем седан. Или что это, я не знаю, ребят. По-моему, седан обычный. Ну вот, смотрите, смотрите, фигурка со Слэппи, ни хрена себе. И вон магазин Слэппи, офигеть, я его убил еще в Dead Rising 2. До сих пор его магазины остались, черт возьми. Гребаный Слэппи, а? Гад такой. Так, давайте здесь объездным путем поедем. Не буду я через мост переезжать, потому что он разорван. Так, давайте тут осматриваться, как можно тут проехать, блин. Ух, ребят, не знаю, как тут проезжать, блин. Только получается через мост, да? Видимо, да. Придется тогда как-то через мост сигануть. Только главное не промахнуться. Но я помню то, что тут наверх можно заехать. Да, можно наверх заехать. Давайте этим сейчас и займемся. Так, ну что, надо разогнаться, ребят. Надо сделать хороший разгончик. Так, зомбари, отвалите. Вот, блин. Да, доехал. Неужели прилетел? Охренеть. Зашибись, зашибись, ребята. Это очень клево. Стоп, там надо взять чертеж. Смотрите-ка, ребят. Тут какой-то золотой чертеж, что ли, у нас лежит? Или что это такое? Вроде бы да. Ну-ка, давай заберем. Так, и что это у нас? А, радиоуправляемый боевой вертолет. Ну, давайте для интереса соберем его. Так, ребят, давайте соберем. Как я уже сказал.
Так, мачете, мачете бери и создаем этот вертолет боевой. Только я не знаю, для чего он нужен. Чтобы, наверное, ему управлять и с помощью мачете зомби рубить. Да что ты делаешь, дебил ты? Криворукий, нахера ты кидаешь пуль? Да отвалите, ребят, ну погодите. Охренеть. Да ты, бля. Как им управлять-то, чтоб тебя? Так, ребят, ну сейчас посмотрю. Я не понимаю, как вообще этим дерьмом управлять. Блин, тупизм какой-то. Так, основное управление. А, бой. Да нет, не бой. Боже мой. Так, ну не транспорт, естественно. Короче, не знаю, ребят. Ладно, неважно, выкинем эту фигню и пойдем дальше. Без понятия, как управлять, уже все кнопки перетыкал. Гребаное консольное управление, неужели для ПК нормального управления нельзя было сделать? Не троните. Ладно, ладно, никто тебя не тронет. И я тебя тоже, кстати, не буду трогать. Да, Джейсон погибла, погиб точнее, хорошо. Держите позицию. Ах вы твари, получайте, скоты. Придется замкнуть накратко. Угу. Давай, готово. Ай, осторожнее, осторожнее. Смотри, не умри, смотри, не умри. Этого должно хватить. Блин. Так, один передатчик отключили, значит. Это хорошо. Еще один, да, говнюк остался. Хорошо. Мы его убили. Так, давайте там поможем кому-то, ребят. Почему бы и нет? Лишние очки ОП почему бы и не получить, да, ребят? Хотя я иногда это игнорирую просто-напросто. Черт, а? Черт! Уберись, уберись от меня! Ну все, что ли? Я тебя спас или нет? Ну не. Я не знаю, я походу дела его спас. Охрененно, я пульт, конечно, выкинул. Может, ребят, на Q его использовать? Да нет. А черт! Ладно, неважно, выкидывай его нафиг. Самое главное, там не написано в управлении, как пользоваться этим пультом. Я на Е, на F, на Q, на все понажимал, ребят, что можно было нажать. В принципе, невелика потеря, можно сказать. Потому что я не думаю, что я этим пультом пользовался. Он мне нахер не нужен, ребят. Точнее, этим вертолетом, а не пультом. Отвали, тварь. Ну что ж такое, никак не дохну. Ай-яй-яй, осторожней. Ник. Ну что ж вы не дохнете, ребят. Живучие гады, однако ж. Попались. Вот эта хрень ни хрена не рубит, ребят. Нафиг вообще я такую штуку взял. У меня вообще пушек нет, а куда я их дел тогда? Интересно, куда я все пушки-то подевал? Твою-то мать, а. Ладно, неважно. Блин, не знаю, ребят, куда я все пушки подевал. Ладно, неважно. Блин, а надо же поесть, твою-то мать.
Неужели я сейчас сдохну, блин? Надо срочно сейчас покушать. Срочным образом. Так, тут статуэтка Фрэнка. Которую я, к счастью, взял. Шестизарядный револьвер. Но можно взять, только покушать надо, ребят. Вот, что-то тут у нас есть. Что-то у нас тут... Что-то у нас тут имеется. Не знаю, ребят, Dead Rising 2 мне гораздо легче было играть почему-то. Хотя вроде игра потруднее. Так, вот фонарик с драгоценными камнями можно было совместить, я помню. Вот сейчас почему-то нельзя этого сделать. Надо чертеж найти, черт возьми. Прокачаться нельзя, интересно. Так, чертежи, чертежи, бла-бла-бла. Так, вот прокачаться, мне кажется, можно. Нет, нет, нельзя. Так, это комбо-категории. Можно, в принципе, их прокачивать. Вот эти вот комбо-категории. Вот я бы прокачал... не знаю даже что. Вот что-то огнестрел какой-нибудь я бы прокачал на самом деле. Ну, кроме, мне кажется, огнестрельного оружия, тут нечего, в принципе, прокачивать. Но можно еще древковое оружие. Хотя тут еще, считай, прокачал. Точнее, все могу создать, что мне нужно, в принципе. Ладно. Пойдем уже убивать этих ублюдков, ребят. Отвалите, ребята, отвалите от меня. Да, пойдем, пожалуй, убьем. Он ни хрена не убивается, блин. Этот вояка. Да. Хреновый этот револьвер, конечно. Надо взять штурмовую винтовку все-таки вместо револьвера. Да твою мать, зомбари, не мешайте. Не мешайте мне, твари. А вот тут убить-то надо мне еще. Да отвалите, пожалуйста, блин. Подмоги не будет, чувак. Подмоги не будет. Все, готово. Передатчики мы отключили. Они их обратно-то не включат? Мне вот интересно. Мне кажется, что включат. Получилось. Блин. Побежали быстрее, пожалуйста. Все время хочу Ника назвать Чаком. Просто привык к Dead Rising 2. То, что главного персонажа Чаком зовут, а не Ником. Точнее, главного персонажа Чак зовут, а не Ник. Так, садимся в таксишку и валим уже припасы сжигать. Непосредственно. Так, Кевин, тебя желательно спасти, конечно. Они везде! Я не хочу умирать! Я уж понял, что ты не хочешь умирать. Давай я тебе помогу. Ручной гранатомет надо использовать. Ух, ни хрена себе, Кевин, я тебя сейчас быстрее, наверное, чем этих зомбарей убью. Моя жена и двое детей потерялись где-то там. Ты не мог бы поискать их? Поищу, мне поищу. Нужно обратно в лагерь. Так, 14 левел. Надо прокачать, наверное, огнестрел, ребята. Я думаю, вот это лучше всего. Да, купим огнестрел. Используйте огнестрел, чтобы создать комбо оружие. Ладно. Громовую пушку можем создать. О, клево, у меня как раз патронов там почти не осталось. Это я что совместил? Эмочку, что ли? Револьвер с этой пушкой? Ни хрена себе. Ой, это револьвер с гранатой. И получилась вот эта вот громовая пушка. Да вообще не похоже, по-моему. Ну да черт с ним. Кстати, громовая пушка, вот это классная вещь, мне нравится. На самом деле. Так, ну на тракторе я не поеду. Не сочетается, нет чертежа. Хреново. Ну на скорой помощи придется поехать тогда. Эмбилос Орлос Пердидас. Ну ладно, поедем тогда на скорой помощи. Черт, какая же это скорая помощь медленная. Она еще...
перевернулась эта машина скорой помощи. Да блин, я не туда бегу теперь еще. Надо спорткар взять. И лучше бы я, наверное, себе напарников взял, потому что я, ребят, реально не справляюсь уже. Вот зря я оставил там напарничков своих. Вот эту хрень выкидываем. О, блин. И идем дальше. Беги, блин! Бегу, бегу, черт возьми. Так, джипан давай возьмем с тобой. На джипане поедем. Отвянь! Да, ребята, отвяньте от меня. Отвали, зомбарь. Так, поедем налево. Тут у нас склад боеприпасов должен быть где-то неподалеку. Это еще что? Блин, надо тут мимо проехать как-нибудь. Давим этих ублюдков, давим, ребята. Сукин сын! Я думал, это вояка на мою машину запрыгнул. От него он, оказывается. Так, громовая пушка мне понадобится сейчас. А, это зомби-вояка. Я думал, это обычный вояка стреляет. Охренеть. Так, ну что, надо зайти внутрь. Должно быть оно. Ну-ка, подпалим. А, погоди. А, мне надо тачку подставить здесь. Да отвали, блин, нахер от меня. Задолбали цеплять меня. Давай вот тут вот подъедем и залезем наверх. Вот, ну не сюда же, чтоб тебя. Вот сюда. Так лучше будет. И наверх забираемся. Так, ну тут надо взорвать эти лазеры. Только ни хрена, как я подбил, черт возьми. Воздуходув тут есть, но он мне не нужен. Так, подпаливаем склады эти. Интересно. А как их подпалить-то можно, а? У меня огня-то нет с собой. Так, стоп. Вот моторное масло можно совместить, да? И воздуходув, мне кажется, тоже можно совместить, да? Или нет? Да или нет, да или нет, да или нет. Не знаю, ребят, попробуем. Нет, комбинаций никаких нету у нас. Ну, придется тогда, может, как-то разрубить все это дело. Да, разрубим, пожалуй. Эти военные припасы. Воу-воу-воу-воу-воу, осторожней. Так, и погнали отсюда на вот этом маслкаре. А он и действительно так называется, значит, я не ошибся. Не знаю, ребят, мне, в принципе, вот эти вот такие спортивные машины нравятся. Кому как, но мне очень нравятся вот такие вот спортивненькие машины. Может, кому-то, конечно, нравятся какие-нибудь обычные, но мне спортивные очень нравятся. Если бы мне было, не знаю, лет 20, я бы, наверное, себе купил спортивную машину и гонял бы. Хотя в городе, на самом деле, особо не разгоняешься, потому что... по городу-то быстро ездить нельзя. А то остановят тебя, штрафуют. Или еще чего-нибудь хуже. Собьешь кого-нибудь и тебя пасают потом. Такое тоже может быть. Так, давайте достанем пушку свою. Вот эту вот громовую. Или как она называлась. Так, какую-то комбинацию можно сделать. Видимо, с водярой, да, смешать? Быстрее, давай, черт, давайте побери. Смешаем. Отталкивание. Давайте выпьем. Незаметен для зомби. Нифига себе, прикольно. Ха. Неплохой чертежик. О, неплохой напиточек, в смысле. Так, заходим внутрь. И что у нас там? Ну-ка. Да, ребят, мой компьютер просто сейчас вообще взорвется, наверное. Эй! Что такое там? Есть здесь кто? Босс, что ли, какой-то наверняка? Или нет босса? Какого черта? Это что мне вкололи там? Чувачок, ты кто такой, а?
Чувачок. Че за доктор такой? О, вы слишком слабы, чтобы вставать. А, вы врач? Теперь уже скорее предприниматель. Надеюсь, вы не пьете. Здоровую печень здесь не найдешь. Ты что, на органы хочешь ее продать, ни хрена? Вы пока лежите и ждите своей очереди. Чувак, да ты с ума сошел, бля. Они мои, слышишь? Ты вынул все это из людей. Охренеть, понимаешь, чувак, да ты с ума сошел. Надо ловить удачный момент, а то прибыль уйдет. Все просто. Свободный рынок. Вот такие люди, есть. Ребят, детей на органы продают. Убийца. И получают кучу денег. Бизнесмен. А потом хрен их найдешь. Ты мой новый товар. Все вот эти вот маньяки, Солнышко. Педофилы, все они, ребят, на самом деле очень умные люди, потому что тот же самый Чикатило, он четко просчитывал свои убийства. И его там нашли спустя много-много-много лет. То есть убийцы, они в основном умные люди. Не бывает тупых убийц, в принципе. Альт. Давай. Я же схватил тебя. Ах ты тварь. Ах ты, сука. Он не кольнул. Кольнул, гад. Где же мне найти настоящего? Он куда-то убежал, а теперь я не найду, наверное, настоящего. А как мне это кидать? Погоди, да дай. Ай, черт. Я вырубился. Я хотел кинуть вот эти вот останки от органов. Вот эти вот баки с органами хотел в него кинуть. Окей. Брызг. Че, брызг? Иди нафиг, брызг. Мудила гребаный. Так, это он? Это не он, вроде бы. Или он. Не знаю, ребят, надо проверить. До взрыва бомбы осталось 5 дней. Ладно, это не он. Победитель настоящего Альберта. Это ты? Это он. Давай. Бери его. Так, кольнули ему что-то. Укольчик. Ай-яй, это не настоящий был. Почему ты сознание-то вновь потерял? Это так на тебя уколы эти действуют, да? Твою-то мать, надо убегать, ребят. Отсюда. Надо убегать и искать вот эти вот ящики с органами. Какие-то витаминки есть, хорошо. Где еще эти ящики? Вот они. Холодильники. Но я надеюсь, там органов-то нету. А то мы чьими бы органами разбрасывались. Вы прикиньте, ребят. Не настоящий. А этот чувак настоящий? Их тут двое вроде всего. Нет, не двое, значит, их тут больше. Вон он настоящий, наверное, да? Нет, это... А, этот настоящий! Этот настоящий! Тварь, уколол меня все-таки, сволочь. Блин, сумасшедший урод, а. Фу, у него тут кишки повсюду, охренеть. Чувак, успокойся, пожалуйста. Ты какой-то сумасшедший доктор. Получай. Давай, кали ему. Кали ему эту хрень. Да, блин, опять я вырубился. Это какой-то, блин, вас безумный, ребят. И это мягко сказано. Кстати, боссы в Dead Rising 3 стали намного легче убиваться, нежели чем в Dead Rising 2. Ну, на органы он хочет тебя продать, что непонятного. Так, это не тот. Это вообще какая-то баба. Надо же, какой здоровый организм. Так, это настоящий. Вещи надо убирать на место. Давай, кали ему укольчик. И добивай его. Ай, черт. После того, как он вкалывает укол, он вырубается сразу. А у этого придурка одно хп осталось. Давай. Убивай этого безумного доктора. Он еще так кривляется, блин, как-то странно. Когда вкалывает мне что-то. В смысле, этот укол он никогда вкалывает.
Так, это был настоящий. Ну что, чувак? Последний укольчик был за тобой, а не нет, за мной. Нет! Плакала моя норма прибыли. Они хотят все загробастать, но оно мое. Не трогай это мое! Чувак. Мое! Ты с ума сошел? Охренеть! Он сам себя убил. Офигеть, да ты с ума сошел. Боже мой. Еще один психопат, ребят, побежден. Еще один, ну и замечательно. Так, победили настоящего Альберта. И надо еще сжечь припасы, ребята. Ваш отряд жив, он возвращен в убежище для выживших. Ладненько. Так, ну надо хирургическую пилу, естественно, взять, да. И сжечь припасы. 20 тысяч XP получили, это замечательно. А вы кто такие? Алехандро. И еще какая-то девка куда-то убежала. Должно ладненько быть, это еще один штабель припасов. Поджигай. Не знаю, как можно поджечь, но я просто рублю это все дело. Давай, руби, руби, черт возьми. Все, они поджигаются. Так, чертежи, ну-ка. Банка с кислотой, ну-ка, надо скрафтить. Офигеть. Это какие-то кислотные бомбы, ребят. Да, охренеть. Ладно. О, нифига себе. Все, сожгли припас. А вот и громовая пушка наша. Круто. Да тут сейчас все разъест этой кислотой. Так, надо вот эту пилу выкинуть и взять виски. Так, ребятки, на этом я закончу. Сейчас еще мачете возьму. Всем спасибо за просмотр и всем пока.